У Владимира Пивеня в этом году уже третий лыжный старт. Два прошли в его родном Уральске. Сейчас 58-летний спортсмен готов пробежать десяточку на ночной гонке и выйти в число лучших финишеров. Для него экстрим – это норма жизни. Ночная гонка второй раз в прошлом году была. Дух захватывает. В прошлом году единственный фонарик подвел, сел, лоботарейка. В этом году, надеюсь, все хорошо будет. Другой фонарик, другие. Уже другое оборудование, оно должно вести себя получше. Но гонка не только зрелищная, она кураж дает. Такой классный адреналин, это что-то. Ночной гонкой начался на лыжной базе «Чайка» трехдневный спортивный фестиваль «Соколь Егоры». В субботу днем пройдут соревнования в свободном стиле. В воскресенье – классика. Дистанции разные. От 5 до 51 километра. На старт выходят все желающие, от любителей до профессионалов. Градация идет по возрасту – от 17 и старше. Фестиваль обещает быть таким достаточно мощным. Погода отличная, лыжня шикарная. Лыжная база «Чайка» подготовила просто отличную трассу, поэтому я считаю, что все насладятся этим уикендом. На старт соревнований за три дня выйдет больше 500 лыжников. Самым массовым стартом станет гонка вольным стилем. На ночную гонку вышло, как и в прошлом году, 150 спортсменов. Первой пересекла финиш гостья из Южно-Сахалинска. Круги хорошие для любителей, для профессионалов, потому что рельефы разные. Готовность трассы Юлия идеальная, я считаю. Не ожидала, что в Самаре такие круги, база хорошая, впечатления положительные. География участников с каждым годом расширяется. На старты Сокольих гор выйдут представители 100 городов России. Шансы победить есть у всех участников. Неизвестный никому любитель может финишировать первым, обогнав мастеров-международников. От этого соревнования становятся непредсказуемыми, интригующими и интересными для гонщиков. Виктория Шарая, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События.